А вы не боялись, что вас убьют? Ну, можно сказать, мясорубка была. Между полками в этом вагоне пулеметы стоят. Мы едем на войну. Как вы знали, что живой? Приехала, а он умер. Это все как-то не везло. Полк там разбили, что полка нет. Вы испугались, когда узнали, что в Чечню? Я не могла уехать, денег не было. Какое может быть веселье, когда, ну, поминки. Я и сейчас что-то чувствую, думаю, может, я не своего похоронила. Смотрите программу «Обернитесь» 13 февраля в 18:45.